Любой ребенок – это цветок. Чтобы вырастить цветок, как и вырастить ребенка, нужно всегда уделять внимание и заботу. От учителя многое что зависит. Чаще всего бывает, что ученики любят учителя сначала, а потом предмет. И мы многие помним своих учителей, которые оставили у нас какой-то след. С возрастом я понял, что на выбор профессии учителя влияние оказал мой отец, учитель географии. Наша педагогическая династия насчитывает 3 поколения. Мой отец, я, жена и дочь отдали учительству 137 лет. Меняются дети, меняется время. Образование стало, на мой взгляд, более интересным, более гибким, более технологическим. Больше у наших современных учеников возможностей получить знания. По учебнику их так не заинтересуешь, их нужно заинтересовать другими методами, другими формами, что мы и стараемся делать. Я поздравляю всех нас с главным замечательным праздником Республики Беларусь – Днем Независимости. Желаю всем мира, добра, благополучия, чтобы наша страна, которую мы любим и гордимся, входила в число ведущих государств мира.